Вообще, знаете, что вкусную еду проверяют не на горячем состоянии, а на холодном. На холодном. Потому что бывает так, что мы не всегда можем есть в горячем состоянии. И с учетом последних трендов, все едется на бегу, на ходу. Вот эти самые красивые, но не алло. Мне надо определить, просто на вкусный или не вкусный, да вам? Да. Просто подвох понять не могу, где. Ну, вот эти, конечно. Ну, во-первых, у них меньше муки. Здесь каким-то макаром оказались лимонные дольки. Это, как правило, я всегда так готовлю, с лимонными дольками. И они, ой, они более творожные. Спасибо большое. Спасибо. Да, вот эти сырники приготовила я. Мне очень приятно. Спасибо. Нет, вот эти сырники приготовила у нас Сюзанна. А эти сырники купили в столовый таз. Лучше бы не говорил, где покупала.